родилась в село Иваново, Флорижский район. Мое детство, наверное, было самое золотое. У меня такие родители. Я никогда не слышала, чтобы родители ругались. У меня мама не знала, что такое магазин. Папа всегда ходил в магазин, папа всегда покупал все. Наверное, даже все завидовали хорошей завистью, может быть. Ну, никогда. Всегда у нас много народу было в семье. Замечательные родители были. И детство у меня все покупали мне. Мне кажется, что звезду с неба. Мне мама не разрешала ничего даже делать. Верьте, вот так она говорила. В свое время, кто знает, как твое время придет, все будешь делать. Я до смерти мамы, мне кажется, что даже готовить не умела. Так нормально хлеб печь, как другие в село. Есть дети, которые все умеют с детства. Мне ничего не заставляли. Меня просто ничего не заставляли. Я была такой балованный ребенок, которому звезду с неба приносили. Но родители очень хорошие у меня были. Очень. Когда были, жили. А потом, когда мама умерла, мне было 30 лет, когда мама умерла от рака. Папа хороший, но папы попадались женщины такие вот. Ну, жизнь такая. Я вспоминаю, когда люди часто собирались, вот родители мои, они с друзьями ездили в лес, ездили, это постоянно люди как-то вместе были. Сейчас закрыты каждый себя с телефонами. Раньше не было такого. Даже на тот же родительский день, Пашта или Блажену, люди выходили, там столы ставили такие, все садились вместе. Ну, не было того, что сейчас. Вот мне жалко того времени. Люди были добрее, люди... И детство игралось. Все было, у меня все было. Мечей раньше тяжело было, не имели так дети, но у меня все было. Какой хочешь мяч, какая хочешь игрушка и все такое. Так, мне было замечательно. Я не делала ничего, но родители меня научили всему. Я была в доме и мальчиком, и девочкой, мой папа был электриком. Я могла и могу поменять лампочки, поменять проводку, и ну, везде по электричеству я могу все. И у меня нету там мужскую работу, и все умею. Мама научила вязать, вышивать крючком, спицами могу, шить могу, готовить так. Ну сейчас, да, ну в то время так, мама учила, но делать это не заставляла. Она всегда сама все вот так готовила. Помню, пятницу ставила в печку. И у нас суббота, воскресенье, понедельник было все с печки, все вытаскивали. Они даже вот с тетей, там родственников много, и ставили в русскую печку. И все, еда была, все ставили. Знаете, голубцы, картошка там, как в селе. Городские так не делают, но в селе делают. Закончила медучилище, хотя я не хотела быть медиком, меня мама хотела. И я когда шла поступать, я даже не переживала, все переживали, рядом не поступили, а я сразу поступила. Ну, училась хорошо. После медучилища послали меня работать в Кишинев, в дом ребенка. Ну, мы с отцом поехали, папа посмотрел, что там надо подгузники менять, все такое. Говорит, ты сколько училась? Нет, и забрали меня во Флорежд и работала в травматологии. Вышла замуж, муж военный был, служили как раньше. Советскому Союзу. Закончил он Калининградский военное училище. И, ну, говорю, развелись так. Есть прекрасные внуки. Тяжело было, очень тяжело. После смерти мамы это так ужасно было. Мне пришлось выбирать или идти медсестрой работать, или... Мои родители, кроме курей, никогда ничего не держали. Я завела 10 быков. У меня было, наверное, за 100 свиней. И стыдно, чтобы не было, люди не видели, что дома есть хозяйство. Там я уставала в 5 утра, вывозила этот навоз. Мне хотелось все иметь, мне хотелось ремонт, и мне хотелось все. И так работала, как и шаг, честное слово. И сама выучила дочку уже, сама рассталась, закончила дочка у меня институт. Потом вышла замуж, дети, внуки, это все. Я живу для внуков своих. Мне предложили работать... Бывший глава района, Паниш Цепаленович, я у него работала в сельском хозяйстве. Они очень мне много помогли, он и агроном. Это люди действительно много мне научили, я прямо сейчас сама агроном. Мы сейчас держим тоже свое крестьянское хозяйство на дочке.
Я всему научилась, всему. Я прям... И на этом зарабатываем немножко денег. Правда, в прошлом году тяжелый год был, цены маленькие были. Проигрыши все, ну это все. Я надеюсь, дальше, в дальнейшем не будет такого. Но работаем все, и дочка работаем все. У нас есть и сад свой, и так земли есть, и хозяйство держу, и куча свиней, куры, павлины держу. Вот покажу фотографию. Люблю куры породистые, все. Гуси породистые, утки. Хочу, чтобы мои дети ели все натуральное. Когда училась в медучилище, занималась парашютным спортом. Прыгала много. Так, стрельбой. Вообще, занималась спортом, люблю спорт. Я люблю вязать, читать люблю, вязать люблю. Это мои хобби. И ковыряться в земле дома я. И все сама делаю. У меня большое хозяйство, я все делаю сама. Редко там, когда вот уже сейчас занятости, могу нанять кого-то, чтобы вывезти навоз. А так, да, я сама тачку и руки вперед. Утром встаю в 5 утра, даю всем кушать, иду на работу, с работы прихожу и опять то цветочки, то земли много надо обрабатывать. И когда стараешься деньги экономить, то сами брызгаем, то сами прошуем, то сами все, все, вся семьей работает. Так я даже не думала об этом. Серьезно, когда-то еще раньше, давно, я когда работала лет 8 назад, ну, предлагали. И сейчас многие люди, ну, не то, что хочу похвалить себя, помогала людям. Может, из-за этого люди, зачем мне это надо? Ну, вот подошел ко мне бывший глава района, а он в одной партии там, а я вообще индепендент. И он говорит, он думал, что этот бывший премьер пойдет с ним, и он говорит, я знаю, что тебя люди хотят, но тебе не надо. Премьер сказал, что у тебя ноль шансов. Я говорю, знаете, Бог видит, Бог не хотел, а сейчас пойду, чтобы вы видели, индепендент, вот, выиграла. Сейчас, ну, хочется сделать, хочется, вспоминаю, какие села у нас были. У нас колхоз был миллионер, у нас дороги были. Северова, Ивановка, прекрасная дорога, чистота была идеальна. Когда-то примарь в моем детстве, помню, мама песок привезли, быстренько убрать, а то сейчас примарь придет, оштрафует. Вот действительно чистота кругом была. Ну, начиная с этого, начиная с этой чистоты, я, хотя знаю, что многие люди, которые меня выбирали, сейчас им это не понравится, ну, пусть извиняет меня, но если мы это не сделаем, в первую очередь, это чистоту, которая должна быть, если они восхищаются, едут в европейские страны. Да, в России такого нету, чистоты такой нету. Но в Европе это все красота, действительно красота. А для этого мы сами должны быть и душой красивой, и делать для этого что-то. Когда едешь по дорогам, вот даже сейчас ехал, раз мусор на обочине. Будут делать трассу у нас Сороки до трассы Бельской через наши села. Вот там получается 4 села из Воры, Фрамшика, Трифонешта и Северова. Делаю такую хорошую трассу с тротуарчиками, с новой линией электропередач. Честно, была только в Турции. Некогда, всегда денег не хватает, всегда надо дети, внуки, внучку. Мы с 1 по 5 класс мы в Бельце каждый день, каждый божий день. С обеда, надо обеда в школе во Фарештах, после обеда в Бельце. То языки, то, ну, плавание, то конный спорт. То, вот это каждый день, каждый день. И, знаете, думаешь только, это бизнес – это влаживание в детей наших, внуков наших. А так в Турции, да, езжу была и проездом мимо этих стран. Румыния, да, Румыния люблю. Люблю Савату, Салина Прайд, мне очень понравилось, вообще красивая. Если бы хотя бы, чтобы наша Молдова стала хоть чуть-чуть как Румыния, красивая, чистая, я бы была очень довольна. Мы с внучкой так решили, что как немножко отойдем с этим бизнесом, может, в плюсах будем. И хотим все страны, все вот такие прямо на автобусе, на машине, поехать в каждую страну. И вот карту купили, флажочки купили, и будем... Но везде, хочется везде быть, везде. Когда-то я училась в медучилище, у нас была учитель истории, Екатерина Анатольевна, как сейчас помню.
Она одинокая, жила для себя женщина, но она даже в то советское время, она везде была. Помню, в Чили она приезжала, то по Америке, по Африке, по Индии, ну, везде, где можно было, они в то время, я не знаю, как это, путевки тогда давались, но женщина была везде. Я всегда их прошу, чтобы людьми уважали всех, неважно, неважно, больной или здоровый. Знаете, я даже внучку свою часто возим в детский дом. Она от себя помогает, покупает. Она, знаете, ждет день детей, чтобы купить и отнести в детский дом. На Новый год, чтобы отнести детям. Да, она собирает деньги, которые ей там дают там, на какие-то праздники. Она вот... Дети у меня очень добрые, они мне всем помогают. Это я прямо счастлива насчет этого. Внук, не знаю, посмотрим, внук, он маленький, еще 5 лет, но он пока любит, чтобы ему все купили. Но он у меня, внучка у меня такая выросла, знаете, как мальчик, серьезно. А это такой, бабушка, я люблю тебя, милая. Мы когда пошли гуляли с ним, там бабушки руки тряслись. И он говорит, почему руки трясутся? Я говорю, Давидушка, знаешь, вот внуки не слушались, но так что-то я сморозила глупость. Внуки не слушались, и вот руки трясутся бабушки. И он все время, а ты покажи мне, приезжай, ты такой, покажи руки. Ну ничего, это ты не умрешь, правда, ты не умрешь, такой, он очень добрый прям, вот это. И с уважением относиться ко всем, ко всем. Мои внуки и дочка, и зять, моя семья, дети, я их обожаю. Я так хочу, чтобы они были счастливы и здоровы, и чтобы жили здесь. Когда-то мой дедушка со стороны папы, мой папа уехал на поднятие сначала в этот, на БАМ, на строительство БАМа, а потом на Целину. На Целину уехал папа, еще один брат, еще одна сестра уехали туда. А мой дед строгий был. И он поехал и их забрал. Все в Молдове должны жить. Какое-то время дочка моя хотела уехать тоже в Россию. Я сказала, уедешь, ничего не помогу. И перестала. Потом она хотела в Кишинев, и у меня такая же ситуация была. Вы знаете, я так рада, сейчас они тоже рады, что они здесь рядом. Раз в любое время внука привезли. Сколько Флорешта, Ивановка? 5 минут и дома. Привезли, уехали. Нет, должны, это плохо, когда вот так сейчас по миру разъехались все. И нету ни семьи, ни, и не видят, как дети растут, какие характеры у детей, что они хотят. И это уже становятся чужие люди, просто чужие люди. Даже зарабатывают, деньги не, ничто. Деньги это ничто. Это сегодня они есть, завтра их нет. Но когда приезжают родители уже больные из-за границы, и, а дети чужие, просто дети чужие. Так что я не хочу этого. Идеальное воскресенье, да, мы встаем, готовим завтрак с внуками. Мне в пятницу привозят внуков и забирают их в воскресенье вечером. И вот эти дни мы расслабляемся. Дочка у меня немножко строгая, она любит вообще идеальную чистоту. А мы, я с внуками, мы делаем большой-большой бардак. Мы жарим картошку фри, мы, ну, вообще, у меня все раскидано, у меня все. Можно рвать обои, можно все. Ну, это идиллия с внуками. Музыку, даже у меня внук научился, он сразу включает, хоть 5 лет, он сразу включает. Я люблю саксофон, я люблю классическую музыку, страшно люблю. Но я люблю нашу молдавскую. Иногда повеселиться, только молдавскую. Это, наверное, самая лучшая музыка в мире. Для веселья это вообще. А так, когда один, люблю такую музыку. Наверное, один день им нельзя сказать. Это когда были родители, когда дети счастливы и здоровы. Вот это, да, самые лучшие дни. Это мамина смерть. Мама у меня очень хорошая была.
сейчас праздник, весна, хочется, чтобы все женщины были здоровы и счастливы, чтобы все мужики просто уважали своих женщин, не обижали их, и даже если виноваты женщины, чтобы мужики не были за женщин только.